И вновь про Олимпиаду. Побывать на соревнованиях в Сочи удалось спортсменам Ядринского и Красночитайского районов. Александр Семенов, Евгений Паркин, Светлана и Андрей Петрейкины на днях вернулись из столицы 22-х зимних Олимпийских игр. Подарок в качестве поездки на Олимпийские игры тренеры и спортсмены получили за свои спортивные достижения. Примерно год назад Николай Малов, депутат Госсовета Чувашии по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия», организовал конкурсы «Лучший юниор-спортсмен» и «Лучший тренер-наставник» в Ядринском и Красночитайском районах. Он же стал и проводником на 22-е зимние Олимпийские игры для победителей. Впечатлениями от поездки в Сочи они делились в Ядринской школе номер 3. Сегодня та энергетика, тот дух, который царил в зале, привезенный и Александром Викторовичем Семеновым, и Паркиным Женей, он, конечно, нужен нам, нужен нашим детям. Жили ребята с тренерами в небольшом курортном поселке «Горный воздух» на Черноморском побережье. Оттуда до Сочи минут 30 езды на автобусе. Все олимпийские объекты были доступны для гостей из Чувашии, говорит Евгений. Им удалось посмотреть хоккейный матч финнов с австрийцами и горнолыжные соревнования. Сам Евгений занимается триатлоном. Он даже смог поучаствовать в телепередаче Первого канала «Пусть говорят». Очень понравилось в плане того, как нас встретили, проживание. Все было очень круто. Александру Семенову в Сочи посчастливилось пообщаться с именитыми спортсменами в Доме болельщиков. Он привез несколько книг с автографами, которые пополнит фонд спортивной школы. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.